Друзья, всех приветствую на торговой сессии «Среды». Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря в 7.00 по GMT ждем блок британской статистики. Это данные по промышленному производству и темпам экономического роста. Фунт мы со вчерашнего дня добавили в наш портфель. Я пока что сохраняю оптимистичное настроение. Судя по ожиданиям и прогнозам рынка, которые сегодня есть на рынке, касательно предстоящих релизов, я допускаю то, что сегодня британская валюта может получить доп-поддержку. В 10.00 по GMT выйдет отчет по промышленному производству еврозоны. И в 14.30 по GMT ждем данные по запасам нефти в США. Давайте по порядку. Индекс доллара 102.91. Восстановление, которое началось в понедельник, продолжается. И максимум вчерашней торговой сессии составил 103.15. Вы знаете, рассчитывал на то, что индекс доллара все-таки окажется повыше, уже сегодня будет торговаться выше уровня 103. Учитывая те данные по инфляции, которые мы получили. Индекс потребительских цен в США в феврале рост на 0.4% в месячном выражении, в годовом прирост с 3,1% до 3,2%. Базовая инфляция в месячном выражении также подросла на 0,4%. Ну, в годовом здесь небольшое снижение. Зафиксировано с 3,9% до 3,8%. На одном из последних брифингов, ну, как минимум на вебинаре, я обозначал самый большой риск, который присутствует для представителей американского регулятора. Это не просто замедление темпов снижения инфляции, а стагнация показателей инфляционного давления. Но мы сейчас наблюдаем за тем, что инфляция вовсе оказалась на более высоких значениях, чем мы видели в январе. И это доказывает, друзья, то, что американский регулятор, который постоянно делал акцент на сохраняющиеся инфляционные риски, не сможет позволить себе начать смягчать национальную монетарную политику, то есть снижать ключевую процентную ставку. Основные факторы, которые привели к росту инфляции, это повышение потребительской активности, мы об этом много раз говорили, рост стоимости аренды жилья, повышение стоимости бензина. Ну, в общем, факторы, которые очень тесно завязаны с розницей, с потребительским рынком. Ну, я думаю, что это все органическое и логичное следствие того, что улучшается ситуация на рынке труда. И потребители могут позволить себе, опять же, незначительный в текущих мерках и масштабах прирост цен. Рынок труда, его сила, убедительный лично для меня фактор и доказательство того, что американский регулятор пока не будет обдумывать на ближайших двух или даже трех заседаниях возможность, чтобы изменить монетарную политику. Кроме того, сам Пауэлл ранее отмечал, что единственное условие, при котором американский регулятор может пойти на более быстрое смягчение монетарной политики, это все-таки ослабление рынка труда. Но, судя по последним данным по Non-Farm Payrolls, когда был зафиксирован значительный прирост новых рабочих мест, рынок труда прогрессирует. Вероятность снижения ставки Федрезервом в июне осталась на прежнем уровне после выхода данных по инфляции 57%. Ну, 57% это не такой уж и высокий показатель, чтобы закладываться по то, что это обязательно произойдет. Я бы уже метил на июль и думаю, что в июле ФРС может рассмотреть возможность и изменение текущего вектора процентных ставок. Доходность американских облигаций после выхода данных по инфляции выросла, и сейчас уже десятилетки торгуются на уровне 4,16%. Еще один фактор роста доллара. Поэтому, друзья, в сухом остатке я уверен в том, что американская валюта продолжит развитие восходящей динамики и буду ждать ее выше уровня 103. И снова на тех максимумах, на которых мы наблюдали ее несколько недель назад, это 104 и потенциально выше. Золото 2159 долларов за тройскую унцию. Меняется сантимент, растут снова доходности американских облигаций. Да и в целом реакция золота вчера показала, что динамика этого актива очень сильно коррелирует с тем, что происходит с именно американской валюты. Поэтому я еще раз призываю вас обдумать, не стоит ли зафиксироваться, потому что время пришло. Будут еще идеальные точки входа с акцентом на сантимент, но не сейчас. Золото раньше уже предоставило неоднократно возможность заработать, и будут еще эти возможности.
По другим финансовым инструментам, американский фондовый рынок S&P 500, здесь устойчивая восходящая бычья ралли, новый исторический максимум 5177 пунктов. Ничего не пугает S&P, NASDAQ и Dow Jones, ни рост доходности Treasuries, ни статистика по инфляции, да и по другим показателям. Все игнорируется, все фильтруется. И с одной стороны, это заставляет задуматься. Они, вы наверняка наталкивались на мысль о том, что фондовый рынок сейчас самый настоящий дут и пузырь. И если начнется коррекция, то, учитывая, что костяк текущего роста – это спекулятивные настроения и трейдеры, которые очень пугливы в отношении риска, распродажи могут начаться очень быстро и сразу составить там 10-15-20%. Это, скорее всего, произойдет. Но я думаю, что в текущих условиях, когда мы видим и рыночные сантименты, есть шансы ухода на S&P в район 5200 пунктов и выше. Биткоин 72 114, новый исторический максимум, и моя рекомендация, я думаю, вам понятна. Ждем еще более высокие ценовые значения. Эфириум 4000, здесь рост, скорее всего, продолжится. Также я уже в формате кружков в Телеграме записывал видео о том, что ожидаю эфириум в район 4500, потому что росту этого инструмента сейчас будет способствовать как раз ожидание предстоящего хардфорка и возможное одобрение американской комиссии по ценным бумагам запуска ETF на основе эфириума. Да, на рынке есть скепсис, потому что в мае уже должен быть одобрен контракт, но пока информации от американской комиссии нет. Но давайте сейчас не будем транслировать этот пессимизм, потому что на рынке криптовалют сейчас доминирует энтузиазм, и нужно использовать эти возможности, чтобы толкнуть большинство эталонных элитных представителей криптовалютной сферы на новый максимум. Доллар-иена 147.60. Комментарии главы Банка Японии Уэда в парламенте следующего характера, что экономика выбралась из рецессии, но темпы роста остаются крайне вялыми. Японский регулятор готов повысить процентную ставку и отказаться от механизма контроля кривой доходности, но только после того, как инфляция стабилизируется в районе 2% и дефляционные риски сохраняются. Я не знаю, как на этой риторике буквально через неделю Банк Японии может даже намекнуть на возможность изменения монетарной политики. Поэтому думаю, что этого и не произойдет. Я и дальше продаю японскую иену и делаю большую ставку на рост американского доллара. В общем, ожидаю возвращения пары к отметке 150 йен за доллар. Евро против доллара 1.0925. Сегодня ждем февральские, точнее, данные по промышленному производству еврозоны. Ожидания крайне плохие. В месячном выражении спад может составить 1.5%, в годовом снижение на 2.9%. А вчера вышли данные по инфляции. В Германии снижение с 2.9 до 2.5 в годовом выражении. Снижается инфляция, при этом затухает промышленность и сфера услуг. Ну, очевидно, что нужно стимулировать экономику. И я все еще, в отличие от многих, настроен на то, что Европейский центральный банк гораздо раньше пойдет на снижение ключевой процентной ставки. Поэтому короткие позиции здесь в большем приоритете. И британская валюта 1.28. Сегодня ждем поддержки для этого инструмента со стороны данных по промышленному производству. Ожидается рост на 0.7% в годовом выражении. И, собственно, отчета по ВВП. Также ожидается прирост на 0.2%. Восстановление пары в район отметки 1.30 – это среднесрочная идея. Я думаю, что мы туда очень скоро придем. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!